Ой, как хорошо, что папочка. Мама! У меня есть. Главное, ты отдыхаешь, вот и сериалы, а папочка есть. А папочка есть. Ты тоже есть что-то. Ты все? Что, сметану? Давай. Так, шарф, пожалуйста, положите тете Викин. Давайте сюда, это же она вчера его забыла, а вы его уже взяли для лошадки. Здравствуйте. Ага, Афоня, это тетя Викин шарфик, не дам. Ну, забыла вчера, когда уехала. Забыла? Угу. Я уже начала солить сало, режу его кусочками. Что еще делаю? Солью, так его... Подожди, пожалуйста, одевайся сам. Обваливаю в соли, посыпаю еще солью, добавляю чеснок, в общем, как-то так, не знаю. Вот этот самый способ, когда в банку с чесноком, а здесь соль у меня с перцем перемешана, в общем, этот способ нам нравится больше всего. Пробовали мы и просто в соли, но вот этот соль с перцем и с чесноком все в банке нам нравится больше всего, так что будем делать так. Ты вывернул, а Фоня хочет на улицу. Да. Тебе помогать? Да. Ты кто? Чудо-чудо. Чудо-юдо? Да, чудо-юдо. Давай тогда, я тебе сейчас буду помогать, да? Ты чудо-юдо? Да, чудо-юдо. Мальчики пришли за хлебом. Держи. Да. И шампурики? Да. А что вы там, костер? Да, костер. Неси. Все. Да. Потихоньку, только не беги, просто вот так вниз неси, иди, хорошо? Да. Давай. Так, надо сейчас и в котел подкинуть, а то мы же поедем до Ариши, чтобы тут ничего не за... Ну, чтобы, короче, было тепло. Так что нужно сейчас посильнее натопить, потому что вечером нас не будет. Я вот три таких уже кусочка сала засолила, получилось, получается, три банки. И сейчас вот еще три кусочка. И чищу сейчас чеснок. Чеснока надо, конечно, прям побольше. Сало попросили мои мальчики. Спасибо. Держи. Спасибо. Ты потом придешь кушать? Угу. Там будем на улице кушать? Да. Хорошо. Так, осталось еще два кусочка, поэтому я сейчас пойду гляну, что там мои мальчики. Получается, уже 4 банки. Туда 2 отнесла, и вот еще 2. Сюда еще нужно чесночка сверху наложить. В общем, вот так вот получается. Слушайте, ну сегодняшняя погода вообще не похожа на вчерашнюю. Вчера было солнце, тепло, сегодня ветерок, тучи, пасмурно. Ну что, вы тут жарите? Сало! Хлеб и сало, горячее, наверное, сынок. Мам, уже пожарили тебе. И ты уже ешь, Афоня? Пожарил. Гришенька, а что ты в этой куртке? Пойди, пожалуйста, домашнюю одень. Гриш, мне это не нравится. Угу. Это что тебе? Ты что, тут повар, что ли? Это я. Да он уже Марсик пришел, хочет съесть. Марсик, отходи от этой тарелки, не надо. Это не тебе. Да, один ему только так. Можешь дать кусочек, но на пол ему положи. Сало? Ну, сало, дай ему один кусочек. Лучше руки два, греть. Хорошо. Марсик! Ты его позови. Кс-кс. Шампуром так сильно не тряси. Мне? Сейчас будем пробовать. Марсик ест, да. Мам, ты будешь есть? Буду сейчас пробовать, конечно. Мое блюдо. Самое вкусное в мире. Самое вкусное в мире? Да. Пробую этот сало с хлебом. Вообще прикольно, на костре. Ты уже пробовал? Криша нет. Не пробовал, но тебе понравилось, да? Криша сказала, мне любит, а она вкуснее. Ну да. Я буду в Марсе. Это у нас дровокол будущий, да? Пока что будущий. Гриш, другую пойди одень с теплым этим, Гриш.
Так, все, последний рывок, и сало будет отделано. Блин, уже почти час дня, поэтому надо быстрее все это делать. Долго занимает очень чистить чеснок. Это самое дольше, что... Это, я не знаю, наверное, пятая или шестая уже даже пиалочка. В общем, это ужас. Что ты хочешь с ним делать? Не надо его трогать. Глянь, он как боится, сынок. Не боится. Да как он не боится? Он убегает он от тебя. Конечно, он испугался, в шоке. Думает, что за великан к нему залез. Вон он в туннель спрятался. Да? Карли, ты в туннельчик залез? Ну, она иголочка. Да ты чё? Уже давно купили. Так, быстренько бегите, полежите. Я пошла пока в душ схожу и будем одеваться, хорошо? Мама, я не буду спать и лежать. Просто иди полежи, да. Карли в шоке, бедный, что Тоха к нему туда полез. И вот он сидит, красавчик наш. Да, идите чуть полежите, хорошо? Все, я в душ сходила, сейчас буду краситься. Волосы немножко феном подсушила, но надо будет еще их немножко подвытянуть, когда подсохнет. В общем, будем собираться. Думали, что выйдем два, но сейчас без 15:02, так что мы в два точно не выйдем. Нам еще нужно в Титоровку, в цветочный магазин заехать. Поэтому посмотрим, в общем, как все получится. Мы всегда опаздываем. Во сколько бы мы ни стали собираться, мы всегда опаздываем. Так, а я уже глажу вещи, всем мальчикам погладила. Осталось только Сержуня, самому главному моему мальчику. Вот, и будем уже выезжать, потому что уже... 2:20, и мы еще не выехали, а нам в 3:30 нужно уже быть. Еще в два места нужно по пути заехать. Всем забыла сфоткать пряники, мимишек сейчас чем займусь быстренько. Вот они тут такие веселые, офигенные. В коробку их упаковала из-под капкейков. Так, в общем, это. Везем пряники сейчас, завезем, а потом дальше поедем. Блин, ну мне эти мишки так нравятся. Так, вот мы в цветы заезжаем. До Кати. Она уже тут вовсю готовится к 14 февраля. Заехали сейчас еще в Титоровку. Я купила белые ленточки. А зачем? Надо же пряники там обвязывать с пожеланиями. И все, теперь ждем папу. Зашел в пиццерию, а то у него икалка напала. Надо теперь что-нибудь попить. Купить. Ой, сейчас придет. Купить что-нибудь, попить. Да. Что там папа купил? В стаканчике, чтобы не облиться. Все, теперь через Капаны сейчас поедем. Клеопатра! А, здесь мой крест. Да. Что, а, да, вон эти разноцветные домишечки эти, да? Короче. Да, деревня немецкая, точно. А, вот это Европея, да, называется? Там ага. Немецкая деревня, Европа, Швейцария. Так, а тут это получается как раз напротив вот этих вот домов, да? Для дрессировки собак. Ой. Мы сильно в пробке стоим. Тут вот такие вот штуки, чтобы бегать. Или как это? Ага, вот там вот дальше опор, да, это перепрыгивать. Вот. Так что тут можно даже дрессировать собачек. Такой интересный магазин, букеты с душой. И вот он просто в бочке. С душком. С душой там написано. С душком. Ну и он это просто вот в бочке получается. Вот эта длинная бочка, и вот вход в эту бочку. А там еще внизу 4. Ну, как это у нас на чердаке, мне кажется, надо было в бочке называть, да? А как в сталкер. Краснодар заехали. Сейчас какие тут дороги, а мы жалуемся на хуторе плохие. Держитесь. Лужи на хуторе. Идем на погружение. Подводные лодки. Я тут лодка.
Это папа, вот это... Все, мы приехали. Приехали, крестный мама уже тут, да. Давайте, там каждому по подарку возьмите. Кто-то пылесос, кто-то этот, книжечку. Я ничего возьму, вот эту. Афонь, возьми тогда книжечку, чебурашку, хорошо? Да это тяжелое очень. А давайте я лучше. Давай. Давай, бери пылесос, Антош. А пакет куда? Не знаю, мы еще не открывали. Ну вы открывайте дверь, что? А, не пускает. Закрывать. Гостей же. Глянь, газ, ага, потянула. Писать? Сейчас уже я будем заходить. А я нет. А я... Вот надо вот. Стёпа, нас встречает, да. Стёпа. С днём рождения. Это мы девочку так увидели красивую. И вот у нас красивая девочка. Именинница. А ты решай, тетя Вера вас поклонная. Нет, то. Ну, песок потом. Антон. Песок я будем. Показать. Ты можешь в песочек играть, Ариш? Да. Ты умеешь, да? У тебя есть дома песок? Ты его только сейчас не открывай, мы потом будешь, потрогай, да? Потрогай, Ариш, потрогай. Он мягкий, Ариш, потрогай ручками. Вот так вот. Давай. Ого. Давайте я ей покажу розовый. Покажи. Потрогай розовый цвет. Посмотри, какой он мягкий. Такой он большой, а да? А вот еще один, Ариш. Только это оранжевый. Все, клади его туда, Ариш, а то он сейчас тут как рассыпется. Так, пошли, Ариш, бабушка, пошли кушать. Пойдем кушать? Ты куда хочешь, наверх? Ну, пошли посмотрим. Не бежим. А, это же тетя Ира сама сшила. Ты уже тут с диваном. А, тут детский еще уголок. Вау, это же из улицы. Да. Это, по-моему, Ира должна была сама шить. Вигвам. Когда мне 5 лет было, то ты качаться можно было. Ага. Все. Прикольно, а Афоне нравится, да? Ага. Да надо повыше. Нет, не скажу. Подожди. Привет. У нас тут кто такой? Привет. Какие классные хвосты у тебя, дорогие. Вау, какие джинсы классные. Посмотри, какие штаны у него классные. Вообще. Смотрите, Вова, дашь подосить, а? Такая клава. Ой, какая добрая девочка. Она мне дает мой купоносить. Такой классный спорт. Наверное, вот у этой девочки. Смотри, какая она красивая, нарядная. Правда, есть сегодня праздник, а? Платье пошли, не надо. Ой, платье голубое. А можно я рядышком залезу? Ой, какая красивая. Живая Маргарита. А тебе ручки вот так красиво, ножки вот так вот встают, красиво такую позу именинницы. Вот, умничка, отлично стоишь. Вот. И все дружно вместе говорим. Днём рождения! Ура! Такие хорошие, такая классная. А давай-ка
давай поиграем все вместе. Раз у тебя день рождения. Сейчас вообще, ям-сам-ням не слышишь, зато точно запомнишь, да, Фунь? Да. 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 Молодец. У меня уши? У меня только уши. У тебя что-то это... Рот уехал. Я тоже. Там было задумано. Голова ему замотай. Точно, Зоя? Ты уверена? Нет, скажи, Зоя Степановна. Зоя Степановна? Очень приятно, Зоя Степановна, очень приятно. А как вот эту девочку зовут? Это еще какая-то девочка. Ой! Антон? Антоха? Антон Сергеевич. Да. Давайте тогда будем здоровы, будем знакомы. Антон Сергеевич, очень приятно. Гриша Сергеевич. Отлично. Ну, я смотрю, папа старался прям вообще. Ой, да и мама тоже, я думаю. И вообще просто, да? Ну что, а у нас осталась Маргоша. Маргоша, привет, давай пятерку. Красотка. А мне Маргоша, подожди. Ой, еще раз. Смотри, попал, папа. Да? Вот сюда. Голова на месте, попа на месте, коленки на месте. На месте? Лапки на месте. Нос на месте. А вдруг нос куда-то потерялся? Нос тоже на месте. Вот, Ариша, все на месте. И остальные тоже. Хорошо, тогда мы под музыку еще сначала зарядку сделаем с вами. Попробуем? Ну-ка. А Фоня? У нас, кажется, все и всем известно. Эта песенка по праздникам. Эй, животки, ну-ка вставайте на зарядку. Выбегай. Начнем и все вместе подпоем. Солнышко лучше стоит. Твоим плечи, чтоб походу было легче. Все разрабатываем ног. Солнышко на облачке. Слабо показали, ну-ка сильнее сказали так вот. Ой, смешно эта дочка. У нас пришел сайт поменять. Поцеловал, ну-ка поцеловал, ну-ка поцеловал. Всех поцеловал. Зоя Степановна. Ну что, все на месте. Так, давайте мы вот здесь немножечко вот так вот поближе беритесь. Да, берись, берись, берись. Я задам это цветочки, чтобы цветочки снизить. Друзья мои, вот так вот почествуем. Папа, ты чувствуешь? Полетели. Ух ты. Зоя, ты летишь? Загадывайте желание. Сейчас будем цветочек желания делать. Будем делать. У-ху. Да это пельмень получается. Разбежались. Ку-ку. Девочка у нас в цветочке сидит, и не одна. Ой, вот это пельмени сидят. Разрядали. Еще раз рядали. Здрасте. Какой большой диван. Садись. Смотри, садись. Так. Или пошли вон. Диван тоже лежит какой-то. Смотри. Пошли. Это диван. Пошли. Мягенький. Давай я тогда вот на этом диванчике посижу. Вот на этом диванчике сейчас посижу. Вот так вот. Что, диван, что ли, не понятно? Живой какой-то диван. Вон, кожаный, смотри. Thank you.
Да. Тебя, мама, Лоша и тебя. Это чей? Афоня. Будешь выбирать кого-нибудь? Да, она знала, что я не знаю. Ты чего уселся? Нет, брат, уселся так? Я тебе попу клеем намазываю, не клеем. Длинный и спепелинный каравай, вот такой вышины, вот такой вышины, вот такой ширины, и вот такой ушины. Выбирай кого-нибудь, кого ты очень любишь сильно с ним. Умничка. Ну что же, а сейчас у нас будет самый вкусный момент. Сейчас у нас будет тортик. И то, давайте, внимание, свечку задуй, свечку. Что? Правда, со мной, с точкой? А Лисичка, там тоже есть наша подружка, да? А теперь, здорово. А давайте тогда все рядышком с нашей Аришей вставайте. Ариша, у нас это нет, можно же не так, просто рядышком вставать. И можно даже позвать торт. Ой, у меня мошки, какие у нас. Да, Алина. Ты что, прорекламировал? А с ним будем обещать? Да! Вот или нет? Да! А, вот туда, все вместе! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Нариша! С днем рождения тебя! А подожди, сейчас будем фотографироваться, а потом угощаться. Нет, 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 осторожно. Афоня! Афоня! Ну что, давай сфотографируемся на... На сосиска! Афоня, успел! О, шарики! Это мне? Только лайков тебе будет. Вот, и какая-то... А мы сейчас... Давайте я тут добавлю. Давайте найдем все забыли. А теперь... Ой, а теперь тортик, кажется, надо кушать. Ой! А давай еще одно фото, можно? Фотографируйся с нами на память. А теперь на папу помашем ладошкой. Афанасий, осторожно, торт не свали. Все теперь на площадке, кроме Ариши, да? Ну что, торт хоть был вкусный, дети? Да, иди попробуй. Сейчас пойду. С киви. С киви, как ты любишь? Да, такой есть у тети Веры, правильно. Аниматоры, бабушка и Сержуня. А еще и дедушка Вова. Что-то там уже. Ариша! Ариша не поняла. Ой, а что вы тут уже на машинке? Молодцы. Ой, какая она красивая. Она такая безопасная. Она безопасная, да? Она безопасная. У нее тут иголка закрыта пластиком. Угу. Палец... Так она что, по-настоящему прям шьет? Шьет. Ну, я... Да, вот! Да, настроишь? Покажи, шьет? Да. Обалдеть. Так вы теперь с Аришей будете шить? Но у вас хоть не было? У вас хоть не было машины? Не было. Моя была машинка, но она, извините, там иголка торчит. Все, мы домой. Ну что, мы уже будем сейчас ложиться отдыхать. Заехали до родни, она тут надела домашние колбасы. Были на дне рождения, в общем, родня тут делала колбасу. Вот эта вот кровянка, она все сварила, нам осталось только обжарить. И вот это вот обычная мясная. Вот, а я сейчас пойду в Фаберлик закажу. Вот там. И, в общем, уже будем спать. Я уже смонтировала видео. Дети уже пошли спать, они вот это в машине прикачались, пока мы доехали, так что всем спокойной ночи, всем огромное спасибо за комментарии, я всех люблю и до завтра.